Депутат Госдумы Василий Пискарев посетил Мордовию с очередным рабочим визитом. На этот раз весь день он провел в Саранске, побывал в Центре управления в кризисных ситуациях. Также встретился с представителями молодежи, министром культуры, национальной политики и митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием. Владыка Зиновий встречает народного избранника в зале епархиальных собраний. Обсуждали одну из самых значимых на сегодня тем – празднование 200-летия памяти прославленного флотоводца Федора Ушакова. К этой дате приурочено множество мероприятий, и некоторые из них пройдут уже скоро. Это будут всероссийские научно-практические конференции. Одна из них у нас будет проведена уже в мае в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений. Затем у нас будут здесь и внутри республики крестные ходы, на которые привлекаются представители разных епархий, митрополий. Василий Пискарев отметил, образ святого праведного воина Федора Ушакова имеет исключительное значение для патриотического и духовного воспитания молодежи. А потому пообещал свою поддержку в подготовке к торжествам. Я со своей стороны хотел бы вам предложить свои возможности для того, чтобы это торжество прошло подобающим образом. Если что-то будет от меня зависеть, то я готов с вами по этому поводу поговорить. Министр культуры и национальной политики Анатолий Чушкин тоже благодарит депутата Госдумы за поддержку. Благодаря содействию Василия Пискарева, Мордовия получит 67 миллионов рублей на строительство и реконструкцию домов культуры в сельской местности. Это в дополнение к уже полученным 60. Сейчас мы поставили задачу перед районами, чтобы все те объекты, которые нуждаются в реконструкции или в капитальном ремонте, чтобы были проектно-сметные документы. То есть в этом направлении работа ведется, что позволит нам при дополнительном финансировании с федерального центра оперативно повлиять и подать документы для получения федеральных средств. Очень важно для людей, чтобы они у себя на своем, пункте получали максимум, скажем, того, что получает городской житель. Чтобы не нужно было ехать ему в центр, чтобы посмотреть какой-то спектакль или какую-то пьесу или кино посмотреть. Это очень важно, чтобы люди были заняты, полноценно себя чувствовали. От этого и состояние правопорядка улучшается сразу. Павел Степаненко, Сергей Бебинов, Павел Толобаев. Наши новости.